Здравствуйте, дорогие друзья! Давно не снимал видео. Сейчас сезон охоты, и все время уходит практически на занятия охотой. Сегодня хочу вам рассказать о такой настоечке. Настоечка, можно сказать, и целебная, и полезная. Основу этой настоечки будет составлять орех. Вот такие вот орешки. Поближе сейчас покажу. Вот такой вот орех. Называется этот орех пекан. Кому интересно, в интернете забейте, почитайте. Очень много полезной информации есть об этом орехе, об его полезных свойствах. Орех в основном произрастает в Северной и Южной Америке, встречается в Мексике, в Австралии. Применяется этот орех не только в пищу, но используется он в косметологии, в медицине его активно применяют. Очень полезный и питательный. Содержит много различных аминокислот, жиров, углеводов, протеин, много витаминов, таких как А, В, С, Е, ПП, цинк. Медь, марганец, магний, калий, фосфор. Полезен он для лечения желудка. Очень хорошо рекомендую, у кого проблемы с желудком, покушать такой орех. И при различных кожных заболеваниях очень хорошо восстанавливает кожный покров. Ну а сегодня я хочу с вами поделиться просто настоечкой для себя. Открыл я ее недавно. И сам был удивлен ароматом, букетом. Просто превосходный напиток. Ну, практически можно сравнить его с дорогим коньяком. На цвет вот такой вот коньячный цвет. Больше такой рубиновый он. На запах, на нос очень ароматный. Пахнет шоколадом. Почитайте про этот орех. Вот когда раскрываешь его, сам орех, аромат напоминает шоколада и ванили. Очень вкусный. Начинаешь кушать эти орешки и остановиться не можешь. Настолько они вкусны. Но увлекаться ими как бы сильно не стоит, потому что очень насыщенный жирами этот продукт. И в день рекомендуется взрослому человеку 3-4 орешка съедать, вот этого, не больше. Для приготовления настоечки, настоечка делается просто. Как я делал. Я брал скорлупу и перепонки от самих орехов. И на литровую банку я еще бросал вот сами орешки, штук 5, чтобы они придали такой шоколадный, ванильный вкус. Сам не ожидал, что получится такой шедевральный напиток. Очень классный. Как я уже говорил, можно его сравнить с дорогими коньяками. Настаивается, ну вот, где-то полкило вот такой вот шелухи от орешков на литровую баночку самогона я налил 45-градусного. Ну, периодически взбалтывал баночку я эту. Где-то 2,5 недели она у меня стояла. Я даже не успел отфильтровать ее. И вот получился такой классный, вкусный, ароматный напиток. Всем, друзья, рекомендую, почитайте об данном орехе. Орех называется, еще раз повторюсь, пекан. Очень вкусный, даже вот сам по себе просто его покушать очень приятно. Говорю, напоминает прямо шоколад. Классная вещь. Так что, друзья, делайте настоечку такую. Я вас уверяю, вам обязательно она понравится. Всем вам здоровья, не болейте. Всем пока.